Для меня ЦСКА много значит, потому что я уже в ряды ЦСКА вошел чуть меньше 10 лет и под этими знаменами выступал. Конечно, хотелось сказать слова благодарности министру обороны, который, можно сказать, возродил заново спортивную клуб армии ЦСКА. Я думаю, что в дальнейшем это будет только развиваться. И те медали, которые мы достигли под знаменами ЦСКА, мы очень довольны, мы гордимся этим. Я от лица командования Вооруженными силами России, Министерства обороны, хотел бы от всей души поблагодарить вас за ваш упорный труд, за все то, что вы делаете для восстановления армейского спорта нашей страны. И невероятно приятно, когда ты понимаешь, что стоит не просто наш, а вот совсем наш. И поднимается флаг России, исполняется гимн России. Майор Зубков Александр Юрьевич награждается медалью за воинскую доблесть первой степени и денежной премией в размере 1 миллиона рублей. Yeah.